Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами я, Елена Викторовна. И сегодня мы с вами выполним очередной графический диктант и узнаем что-то очень интересное. Предыдущие мои графические диктанты я размещу внизу в описании к этому ролику. Итак, графические диктанты – это рисование по клеточкам. Они очень хорошо учат детей ориентироваться вправо, влево, вверх, вниз, наискосок вправо, наискосок влево. Это помогает орфографическому режиму в тетради, когда начинают писать примеры, считать клеточки. Поэтому приготовьте тетрадь в клетку, ручку и приступим вместе со мной. Готовы? Давайте отступим 9 клеточек вправо и 4 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. И поставим точку. 1, 2, 3, 4. И поставим точку. 9 клеточек вправо, 4 клеточки вниз. Поставили точку. От этой точки мы с вами будем выполнять вот этот маршрут. Итак, нам нужно написать одну клеточку вправо. 1. 3 клетки вверх наискосок, слева направо. 1, 2, 3. 1 клетка вправо. 1. 2 клетки вниз наискосок, слева направо. 1, 2. 1 клетка вниз. 1. 1 клетка слева направо, вниз наискосок. 1 клетка влево. 1 клетка наискосок справа налево вниз, 1 клетка справа налево вверх наискосок, 1 клетка справа налево вниз наискосок, 1 клетка слева направо, вернее справа налево вверх наискосок, 1 клетка справа налево вниз наискосок, 1 клетка справа налево вверх наискосок, 2 клетки вниз, 1, 2, 1 клетка справа налево вниз наискосок, 1 клетка влево, 1 клетка вверх наискосок справа налево, 2 клетки вверх, 1, 2. Работаем дальше. 1 клетка вниз наискосок справа налево, 1 клетка вверх наискосок справа налево, 1 клетка вниз наискосок справа налево, 1 клетка вверх наискосок справа налево, 1 клетка вниз наискосок справа налево, 1 клетка вверх наискосок справа налево, 1 клетка влево, 1 клетка влево, 1 клетка вверх справа, слева направо наискосок, 1 клетка вверх, 2 клетки вверх, слева направо наискосок, 1 клеточка вправо, 3 клетки вниз, 1, 2, 3 наискосок, 2 клетки вправо, 1, 2, 1 клетка вверх наискосок, 1 клетка вверх, 1 клетка наискосок справа налево, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка справа налево вниз наискосок, 1 клетка вниз и 1 клетка слева направо вниз наискосок.
кто у нас с вами получился? Давайте дорисуем. Нарисуем вот здесь два овала. Это у нас будут глаза и зрачки. А вот здесь мы нарисуем с вами две клеточки наискосок. Раз, два. Одна клетка вверх и одна клетка вправо. И с этой стороны также две клеточки вниз наискосок, слева направо. Одна клетка вверх и одна клетка справа налево. Вот так. Кто получился? А знаете ли вы, что есть такие мыши, которые умеют летать? Называются они летучими. Самая маленькая мышка весит всего 2 грамма. Возьмите полоску бумаги и приложите к линейке. Отмерьте 3 сантиметра. Именно такого размера самая маленькая летучая мышка. Спят они вниз головой, зацепившись когтями за ветку. Задание. Узнайте, сколько лет живет летучая мышь. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья!